Так, ну что, всем привет! Очередной ролик про наш ЗАЗ. Сегодня займемся кузовом. Попробуем заняться рихтовкой. Сейчас возьму молотки туда-сюда. Вчера заливал полы в гараже. А, глушитель вот надо подварить. А так, в принципе, все. Сейчас переоденусь в рабочую. И будем делать запорожец. Да, кузов, конечно, битый. Не знаю, может, что-нибудь получится. Ладно, пойду пока переоденусь, а то в чистом неохота работать. Блин, вот это место вообще, чем его вытянуть, или домкратом что ли? Отсюда толкать. Да, хороший удар здесь был. Так, ну вот что у меня получилось. Блин, тяжело без инструмента. Ничем не вытянешь, не подтянешь. В общем, здесь такое место. Там сзади не подлезешь. Там, в общем, мешает какая-то вот эта вот подставка вон. Короче, что я делал? Сверлил. Просовывал болт, ну не болт, а вот эту шпильку просовывал, с обратной стороны гайку закручивал и вот так вот вытягивал. Неохота сюда много шпаклевки, блин. Понятное дело, место такое страшное. Здесь бы, конечно, эту заднюю часть фартук поменять, но, блин, неохота ничего-то менять, пускай будет как есть. Сейчас еще постучу. Может, что-нибудь получится. Но так уже более-менее стало. А то была вообще ямка такая. Блин, я же не профессионал. Ни кузовщиной не занимался. Поэтому первый раз хоть как-то надо сделать. Здесь вот немного постучал. Здесь постучал. В общем, потихоньку подтягиваю. Здесь вот выровнял, здесь вот
подварить надо, ямка была. Но здесь-то проще, здесь с обратной стороны можно стучать. Да. В общем, потихоньку опыта набирайся. Ну, сразу скажу, инструмент нужен, инструмент. Чтобы все это тянуть, подтягивать. Всякие гидравлические эти домкраты. Так, ну что, вот немного выровнял. Самое хреновое место вот здесь вот битое оно. Короче, вот так вот вытягиваю. Закручиваю саморез. Закручиваю саморез. Потом беру гвоздодер. И вот так вот вытягиваю потихонечку. Вот так вот. Вкручиваю саморез, и этот саморез вытягивает железо. Правда, остаются дыры, ну ничего страшного, зашпаклюется. Так, выставляю зазоры на крышке капота. Вот здесь вот ровно. А здесь, видите, походу тоже был удар. Здесь, видите, ниже. В общем, кто-то здесь варил. Придется здесь немного потрудиться. Есть у меня вот такая вот шлифмашинка. Еще зимой покупал ее. Дерево шлифовать. В общем, сейчас испытаем ее. На запорожце. В общем, буду мотовать. Шкурка 80-ка. Первая скорость. Я уже тут немного пробовал. Ни хрена себе, сколько шпаклевки. Целый килограмм. Я столько шпаклевки класть не буду, мне это не надо. Зашлифуем, чуть-чуть размажем и пойдет. Все равно, видите, килограмм шпаклевки, он не держится, он вылетает. Небольшая вибрация кузова, и вот этот, так сказать, ненужный хлам просто вылетит.
Сейчас отобью шпаклевку до железа. Вот она, где трещина она проявляется. Потом обработаю. Ну, против ржавчины каким-нибудь средством. Потом грунтовка и закрасим. Нахрен на этот шпаклевки килограмм. Мы сегодня, у нас же здесь не в идеал машина. Походу опять дождь собирается. Только начну работать, дождь идет. Взял у одного знакомого за бесплатно вот эти вот прокладки на коллектор. Вот так вот они подходят. Вот видите, прям как раз. Немного герметика добавить и зажать хорошо. Так что прокладки уже есть, сейчас подварю глушитель. Так, ну что, давайте попробуем заварить глушитель. Вот, вот здесь вот дырочка. Я пробовал просто электродом, ну, прожег его. Сейчас попробую при помощи второго электрода, типа, напаивать. Вот это место уже заварил, вот. Оно вот так болталось. Так, ну что, подварил немного дыры. На самом деле этот глушитель давно уже пора сдать на металлоприемку. Ну, у нас таких на разборках нету. Не продаются такие глушители. Так что подварил. Ну, вот так вот. Здесь вот. Варил при помощи второго электрода. Ну, типа, как напайка. Сразу говорю, полуавтомата у меня нету, ну пришлось так подварить. Главное, дыры, все дыры налепил. В общем, пойдет. Сейчас его подкрасим, чтобы он не ржавел дальше. И еще походит. Погода не дает работать, вон глушитель подварил, подкрасил серебрянкой, пускай здесь подсыхает. Эти места, наверное, где коллектор, все равно обгорят. Ну да ладно, хоть ржаветь не будет, а то он вообще ржавел. Вот так вот. В общем, сейчас хотел замотовать поверхность, немного пробую, и этот надо будет это, ну, опять подрихтовать. Я еще не закончил, еще только набираю обороты, обучаюсь, так сказать. Еще сегодня времени нет, сегодня вот надо косить в огороде, косил там немного. Ну, на Запорожье я выделяю где-то время, час времени выделяю, это как хобби у меня. Так что кто спрашивает, когда там Запорожье, я не могу каждый раз приходить снимать его. Когда свободное время есть, тогда и, так сказать, работаю с ним. Вон, сейчас покажу.
Вон, видите, бетонировал вчера. На это вообще ушло полдня. Потом косил, потом туда-сюда, в общем. В общем, в деревне работы хватает. То забор вон падает. В общем, погода не дает работать. Вон, сейчас опять дождь ливанет. Что-то похолодало, пока варил глушитель. Вроде с утра солнце было, а к вечеру, вот видите, опять дождик. Так что на сегодня все. Давайте как-нибудь до следующего видео.